Аллея созидателей начиналась с танцплощадки. Здесь все желающие могли покружиться в танце под музыку прошлых лет. Исключения не делали ни для кого, к празднику присоединились и взрослые, и дети. Путешествие в прошлое на этом не заканчивалось. Буквально через несколько десятков метров звучали совсем другие мелодии и ритмы. На площадке детской школы искусств посетителям предлагали поближе познакомиться с исконной русской культурой, практически прикоснуться к корням, поучаствовать в старинных народных играх, попеть, поводить хороводы. Детям очень интересно поиграть в игры, поиграть на трещотках, на ложках, на всяких разных вот таких детских и народных как бы инструментах, поэтому мы им показываем, им рассказываем, как эти инструменты применялись в жизни. Здесь были рады всем. Например, поиграть приглашали не только детей, но и взрослых гостей праздника. На празднике можно было не только петь и танцевать, но и освоить 11-летнюю школьную программу за 10 минут. За это отвечали сотрудники городского музея. Первый урок – чистописание с перьевыми ручками и чернильницами-непроливайками. Следующий урок – урок истории, где у нас представлена история, древнейшая история нашей территории, нашего города и вообще Пензенской области. У нас же водились самые разные животные доисторические, в том числе и шерстистый носорог, и мамонт. На память о Дне знаний посетители Аллеи Созидателей фотографировались в специально организованных фотозонах. А на стадионе Центрального парка культуры и отдыха творческие коллективы города организовали большой праздничный концерт. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».